Домашняя колбаса намного вкуснее и полезнее, чем магазинная. А уж если она приготовлена из курицы, с паприкой и специями, то от нее просто невозможно отказаться. Домашняя куриная колбаса с желатином получается очень вкусной. Для нее подойдет даже куриная грудка. Но тогда лучше добавьте немного свиного сала, чтобы колбаса была сочнее. В нее можно добавить любые специи по своему вкусу. Если нет сухого чеснока, добавьте обычный, натертый на мелкой терке. Если нет рукава для запекания, полотно заверните колбасу в фольгу в несколько слоев, чтобы не было щелок и дырочек. Курица 500 грамм, филе. Чеснок 1/2 чайных ложки, сушеный. Перец черный 1/4 чайных ложки. Паприка 1/2 чайных ложки, сухая. Кориандр 1/4 чайных ложки, молотый. Желатин 10 грамм. Соль по вкусу. Количество порций 4. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления домашней куриной колбасы с желатином. Куриное филе вымойте, обсушите и мелко порежьте. В миску с филе добавьте сухой чеснок и молотый кориандр. Все посолите и поперчите. Добавьте к курице сухую паприку. Всыпьте в миску с порезанным филе и специями желатин. Все тщательно перемешайте. Куриную массу сформируйте в плотную колбаску и замотайте в рукав для запекания. Куриную колбаску замотайте в алюминиевую фольгу и выложите в форму. Налейте на дно немного воды. Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 60 минут. Извлеките форму с колбасой из духовки, полностью остудите и положите в холодильник на 5 часов. Спустя время колбаса готова. Приятного аппетита!